полночь, и спать так хочется сейчас. Но чей-то крик зовет на помощь, и там надеется на вас. Это первый благотворительный концерт полицейских. Он открывает череду представлений программы «От сердца к сердцу». Это совместный проект областного полицейского главка и администрации города. Для того, чтобы мы с вами были успешным городом, успешными людьми, могли развиваться и не задумываться о будущем, мы должны быть вместе. Мы действительно стали больше доверять людям в форме, мы действительно стали чувствовать себя более безопасно. Когда суровые полицейские будни тянутся сплошной чередой, спасает только песня. Людям в погонах не чужды творческие порывы. В Доме культуры сотрудники внутренних дел исполняют любимые песни под аккомпанемент знаменитого полицейского оркестра. Хотим, чтобы вы воспринимали нас не как участкового полицейского, который приходит к вам в дом с тем, чтобы, так сказать, разобраться в той или иной проблеме. Это тоже важно и нужно. Мы посмотрели еще и душу сегодняшнего сотрудника органов внутренних дел. Запланировано еще 16 концертов. Творческий коллектив будет выступать в домах культуры, которые сейчас активно ремонтируют за счет городского бюджета, а также в парках, скверах и на набережной. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.